6 декабря 2021 года подразделением по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России исполнится 30 лет. В тот период времени в основном, в подавляющем большинстве, это было наркотики растительного происхождения. Мак, конопля. В основном даже, ну, чаще всего даже местного изготовления все это было, местного произрастания. А синтетики было очень мало, единицы, на начальном этапе просто единицы было. Медикаментозных наркотиков, ну, были, но тоже очень редкие были случаи. Но уже тогда сотрудники подразделения понимали, какую угрозу жителям региона несут наркотические и психотропные средства. Мы видели, как быстро люди меняются, опускаются. Мы на это все наблюдали, мы отчетливо это все видели и понимали. Подробности смотрите в понедельник, 6 декабря, в программе «Патрульная служба».